Счастье наша гречневая каша. Всего одна неделя на гречневой диете, и вы снова в идеальной форме. Не верите? Попробуйте! Тем более, хоть эту диету и относят к монопитанию, сложно отнести ее к однообразным, ведь состав гречки уникален, к тому же ее не придется есть совершенно одну. Скоро наступит пляжный сезон, и многие наверняка задумываются, как привести фигуру в порядок, чтобы можно было надеть даже самый смелый купальник. Да желательно побыстрее. Сегодня расскажем о гречневой диете, которая не только избавит вас от лишнего веса всего за 7 дней, не требуя при этом истязать себя физическими упражнениями и страдать от голода, но и поможет сохранить работоспособность и отличное настроение. Как питаться во время гречневой диеты? Основа рациона этой диеты – гречневая каша, приготовленная особым способом, который сохраняет все ее полезные свойства. С вечера одну часть гречневой крупы залейте двумя частями горячей воды. Утром каша готова. Ешьте ее без соли, сахара и масла в течение всего дня. Размер порции не ограничен. Можете готовить столько каши, сколько вам необходимо, чтобы не испытывать чувство голода. Если вам трудно есть совершенно несоленую пищу, то добавьте в гречку капельку соевого соуса натурального брожения. Кашу нужно запивать нежирным кефиром. За день разрешается выпить 1 литр этого напитка. На завтрак допускается чашечка кофе или зеленого чая без сахара. Если будет сложно выдержать такой рацион, то добавьте к нему 1-2 яблока, 1 апельсин или приготовьте небольшую порцию фруктового салата из различных ягод и фруктов, исключая виноград и бананы. Последний прием пищи должен быть не позднее 18 часов. В случае, если возникнет сильное чувство голода поздно вечером, выпейте перед сном немного кефира, разведенного теплой водой в пропорции 1:1. Но даже если вам очень понравится результат от использования этой диеты, имейте в виду, что ее не рекомендуется использовать больше 2 недель, а повторять недельную гречневую диету диетологи советуют не чаще, чем через 1-2 месяца. Как правильно выходить из гречневой диеты? Всего за 1 неделю на этой диете можно избавиться от нескольких килограммов, а чтобы они не вернулись так же быстро, как и ушли, расширять свой рацион нужно постепенно. Первое время завтрак должен состоять из 1 вареного яйца и стакана сладкого чая. За время диеты ваш желудок заметно уменьшится в объеме, поэтому ешьте часто, но небольшими порциями. Следите, чтобы в первую неделю энергетическая ценность дневного рациона не превышала 600 килокалорий. В дальнейшем употребляйте не более 1500 килокалорий в сутки, а если хотите и дальше снижать вес, то установите верхнюю планку в 1100 килокалорий. Как действует гречневая диета на наш организм? Гречка богата магнием, железом, белком, калием, кальцием и витаминами группы В. Такой набор полезных веществ поддерживает иммунитет, повышает стрессоустойчивость, укрепляет сосуды, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Кроме того, гречневая крупа способствует выведению лишней жидкости, шлаков и токсинов. Резкий отказ от соли может привести к возникновению головных болей и снижению артериального давления. Недостаток сахара вызывает головокружение и замедляет скорость реакции. Нормализовать состояние поможет стакан воды с чайной ложкой натурального меда. Поскольку гречневая диета все-таки является монодиетой и накладывает жесткие ограничения в питании, то людям с хроническими заболеваниями, а особенно тем, кто страдает гипертонической болезнью и сахарным диабетом, необходимо перед ее использованием проконсультироваться со своим лечащим врачом. Если вы уже знакомы с этой диетой, поделитесь в комментариях, сколько килограммов потеряли с ее помощью. А если впервые узнали о ней из этого видео, то поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, ведь мы готовим для вас еще много всего интересного.